В Москве открылся 18-й по счету дилерский центр Mitsubishi Motors. И дело здесь не в количестве и даже не в том, что это четвертый столичный дилерский центр, построенный в новом фирменном стиле, а в том, что маркой занялась новая компания. Это международный холдинг Inchcape. Основанная еще в позапрошлом веке британская компания связана с автомобильным бизнесом более 50 лет и продает автомобили в 32 странах мира. Inchcape – это большая группа компаний, известная во всем мире. Для нас это достаточно знаковое событие, потому что мы впервые сотрудничаем с этим большим гигантом. И мы тем рады, что такие профессионалы теперь будут еще представлять в Москве и наш бренд. Компания Inchcape уже продает автомобили Mitsubishi в Австралии и Литве, но в России японская марка впервые включена в портфель компании. Начать взаимоотношения с брендом Mitsubishi сподвигла позиция бренда на рынке, его устойчивый рост по многим популярным моделям. Вступающая на конкурентный рынок компания намерена уже через год достичь уровня крепких московских дилеров. Наше конкурентное преимущество – это открытость, готовность делать предложения не по фиксированной цене, а быть очень гибкими, иметь очень короткое плечо при взаимодействии с клиентом, открытые двери всех кабинетов, ремзоны. К слову, модельная гамма Mitsubishi пополнится 1 августа. В продажу поступит семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander. Цены уже известны. Третий ряд сидений предлагают за доплату в 50 тысяч рублей. Внешне он никак не будет отличаться от обычной версии. Второй ряд установлен на специальные салазки, то есть он регулируется продольно на 25 сантиметров, чтобы обеспечить доступ в салон на третий ряд.